Сьогодні день міста відзначає Харків. Мужній та незламний Харків, який чинить героїчний опір з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Який зазнав неймовірних втрат. Проте ворог вже навіки запам'ятає, що таке український Харків. Враг запомнить, що харківчан не візьмеш ні голими руками, ні тоннами смертельної техніки. Дорогі жителі Харкова, уважаемый Игорь Александрович, мой друг, наши города всегда были близки, как исторически, так и ментально. Мы всегда радовались вашим успехам, так же, как и вы радовались нашим. И сегодня мы тоже вместе. Одесса, как настоящая мама, позаботится о тех жителях Харькова, которые на время боевых действий приехали к нам. От имени всех одесситов, от себя лично, я поздравляю вас с Днем города. Великого украинского города с невероятными людьми. А праздничное настроение мы оставим для дня нашей победы, ждать которой осталось совсем недолго. Одесса с вами. Вместе победим.